Алексеем Васильевичем. Сапоги. Это его шинели. Ученик 10-го лицея Тимофей Гришин внимательно изучает экспонаты и слушает рассказ экскурсовода. Сегодня он вместе с классом приехал в Артишок на фестиваль школьных музеев. Здесь каждый предмет, словно учебник истории, хранит память о ратной доблести нашего государства. Мне было интересно слушать про какие-то вот раскопки, находки, которые находили для школы. Обязательно нужно помнить о всем, что было, и не забывать об этом. На фестивале представлены артефакты разных эпох. Здесь можно увидеть экспозиции 19 школ Химок. Вот реликвии времен Великой Отечественной войны. Гимнастерка, фронтовые фото, награды бойцов. Ну а рядом на соседнем стенде современные экспонаты. Раскрытая книга, перо и, конечно, символ несгибаемого Донецка – цветущая роза. Трудно поверить, но эта композиция сделана из разорванной гильзы и снаряда. В музей школы наследия ее передал боец специальной военной операции. Сама скульптура посвящена фронтовому творчеству, ну а сделал ее донецкий мастер. 10-й лицей Химок тоже представил свой стенд. Экспонаты собственного музея особенно заинтересовали школьников. Нам подарил дар учащийся, который очень проникся Великой Отечественной войной. Он хотел сохранить, показать всю трагедию, весь ужас того времени. И он сделал вот это своими руками, да, вот этот макет. Вы можете наблюдать, насколько он продавил каждую деталь. Да, мы видим плакат, да, оторванный. В центре композиции макет разрушенного дома, а рядом фотографии, каска, магазин для автомата и личные вещи солдат. Естественно, это малая часть коллекции нашего музея. У нас большой достаточно музей, и там представлено очень много экспонатов. Ну и, соответственно, педагоги, дети, родители, учащиеся пополняют нашу коллекцию, которую приносят из дома экспонаты своих родственников и близких. Фестиваль ежедневно посещают разные школы, при этом каждая экскурсия уникальна. Учащиеся не просто знакомятся с артефактами, а по-настоящему погружаются в атмосферу эпохи. Наше поколение должно быть в курсе всего того, что происходило раньше, в годы Великой Отечественной войны, потому что это память большая. Мы должны чтить наших героев, наших бойцов. Фестиваль школьных музеев продолжает работать. Посетить эту масштабную выставку в Артишоке может любой желающий. Юлиана Мазырина, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.